Сотрудничество на благо региона. В понедельник Ивановскую область посетили команды институтов развития России во главе с председателем ВЭБ-РФ Игорем Шуваловым. Встреча с губернатором региона Станиславом Воскресенским началась с подписания соглашения о сотрудничестве между АО «ВЭБ-Лизинг» и Ивановской областью. В Ивановской области у нас здесь особая ответственность. Станислав Сергеевич является в какой-то части, я могу сказать, моим воспитанником, но теперь он уже взрослый и ответственный губернатор. И мне, конечно, бы хотелось видеть его большие успехи в том, что ивановцы будут чувствовать измененное качество жизни. Так что я со своей стороны, да и мы все, кто приехали, будем стараться вам помогать. Важность этого документа сложно переоценить. Стороны договорились о проработке совместных проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. Во-первых, это развитие дорожной инфраструктуры и общественного транспорта. При помощи веб-лизинг реализовать программу ремонта самых аварийных участков дорог можно будет не за 5 лет, как это планировалось изначально, а всего за год. Что это для нас означает? Для нас это означают человеческие жизни, спасение человеческих жизней. Поэтому это для нас приоритет, здоровье, жизнь, качество жизни. Я надеюсь, что реализация этого соглашения приведет к результатам, которые мы ожидаем. О том, что аварий будет меньше и люди будут меньше разбиваться на автомобилях. Стороны также обсудили необходимость обновления подвижного состава на регулярных автобусных маршрутах. ВЭБ-РФ выразил готовность рассмотреть участие Ивановской области в государственных программах развития дорожной инфраструктуры. Как подчеркнул Игорь Шувалов, помимо помощи в повышении безопасности дорожного движения, институты развития намерены помочь разработать проект по модернизации городского общественного транспорта. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.